Как научиться вязать так, чтобы пряжа не распускалась и вещи носились долго, знает Антонина Баранова, специалист по скандинавскому вязанию. Девушка состоит в клубе исторической реконструкции ремесел старины. Опытом вязания одной иглой Антонина поделилась с химчанами. Есть два варианта. Либо мы набираем воздушные петельки, либо мы делаем кружочек и через кружочек набираем петельки. Здесь все то же самое. Мы начнем с простого. Мы берем вот так вот ниточку, складываем ее вот так. Творческие, спортивные, интеллектуальные мастер-классы в Химках проходят каждый день. Выбрать интересный для себя можно в афише газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.